Дезертир и сайт videogameplay.ru представляют. Итак, всем привет, с вами, как всегда, я Дезертир. Я надеюсь, вы хотите увидеть, что будет дальше в Soul Suspect. И мы проходим потихоньку в дом, хотя давайте попробуем поговорить с призраком. Минутку. Мне что, теперь каждый раз надо ждать, пока кто-то откроет дверь? Ну да. Они тут половину здания осветили. И попасть в них не так-то просто. Но когда ты уже внутри, все, никаких проблем. Выходить будешь также в открытые двери, в окна. Куда угодно, без проблем. Хм. И много здесь таких зданий? Здесь-то? Да других и нет. Не волнуйся, ты привыкнешь. Ага. Ну, короче говоря, в здания можно заходить только те, которые открыты. И открытые, собственно, бывают редко. Поэтому, в общем, надо заходить. Ладно, перейти в квартиры. Сержант, вернитесь на место преступления. Вас понял. Понятно. Оу-оу, это что еще было? А, это ты? Не послышалось? Какого? Ты кто вообще такой? Так, ладно. Что я хотел сказать? То, что выйти мы отсюда пока не сможем, я так понял, потому что... В общем, не сможем. Оу. А, вот это красивый геймплей. Что за... Собрать дела. В Салеме множество разнообразных объектов, достойных... тщательного изучения, даже простой обрывок бумаги может многое поведать о городе и его жителях. Кстати, о городе и его жителях. Скажу интересный момент, то что Салем считается городом ведьм, соответственно говоря, это интересный город. На мой, по крайней мере, взгляд. О, еще что-то можем обнаружить. Собрать. Еще 5 до полной картины событий. Ну давайте изучать. Кто ты такая? Ничего не понимаю. Только бы найти его, тогда хоть пойму, что произошло. Я уже везде смотрела. За что мне все это? А что, если я его не найду? Знать бы, кто это был, тогда бы я поняла, где нужно искать. Похоже, ты потерялась. Нет, потерялось мое тело. Я знаю, что меня убили здесь, но как бы глупо это ни звучало, мне станет гораздо легче, если я найду свой труп. А вы, кажется, детектив? Можете помочь? Да, детектив. Подозреваешь кого? Это поможет найти тело. Я знаю, что это были старики. Такая пожилая пара, живущая в этом доме. Остальное... остальное как в тумане. Я же тогда принимала наркотики. Да, тебе и правда может потребоваться моя помощь. Я попробую прощупать местных стариков. Помощь? Надеюсь, вы сумеете мне помочь. Так, ее кажется, точнее, ей кажется, что ее убили соседи, пожилая пара. Мне нужно добыть какую-нибудь информацию о пожилых жильцах. Ну, я думаю, что это будет не так сложно, хотя хрен его знает. Дорогой, они могут услышать тебя и через потолок. Ух ты. Ну и хорошо. Каждый раз, как навещает Дженнифер, видим этих обормотов. Та женщина на втором этаже. Она меняет парней еще чаще, чем кофточки. А шум какой постоянно стоит. Я прекрасно знаю, ты этого не любишь. А знаешь, что еще? Они там как будто мертвых воскрешают. Кстати, о мертвых. Я слышал на улице стрельбу. Боже, когда она уже отсюда съедет? Ты меня слушаешь? Ты должна меня слушать. Да, прости, милый. Воскрешают, стреляют. Да. О чем же ты думаешь? Скорее бы Дженнифер съехала из этой помойки. Моей внучке нужен дворик. Где ей играть? На улице? Внучке?
Надеюсь, он не станет задавать вопросы, иначе поймет, что я его не слушаю. Гасу нужны друзья, всегда готовые слушать его болтовню. Так, ну прикольно то, что... А что это? Что это за хрень такая? Ладно, чувствую, узнаем потом. Предупреждающий плакат. Здесь находятся все собранные экспонаты, точнее изучение этой коллекции поможет постичь тайны Салема. Продолжить. А полиция не подтверждает, что недавнее убийство – дело рук маньяка, однако советует жителям не выходить из домов по ночам и запирать двери. Окей. Попробуем пройти. Я так понимаю, что игра сделана, знаете, как бы так получше сказать. Свободным прохождением, что ли. Не знаю, как это более подробно описать. Ну ладно. Эй! Черт! Ты до инфаркта довести меня хочешь? Нет, конечно. Просто... Боже, это риторический вопрос. Ну уже, чего как не родной? Оглядись, что ли, не знаю. Пошпионь. Никто же не остановит. Чего ты тут торчишь? Иди развлекайся. Ну да, действительно. Почему бы лишний раз не развлечься? Можно же. Но весь город находится во власти страха. Прямой репортаж из Салема вела Моника Чейз. Ваш глашатай правды. С вами Моника Чейз, Салем. Жестокое убийство повергло местных жителей в ужас. В последнее время этот тихий городок потрясла серия зверских преступлений. На днях пропал мужчина, и это исчезновение одно из многих в ряду подобных. А сейчас, прямо на глазах шокированных обывателей, был убит полицейский детектив. Существует ли связь между всеми этими убийствами и похищениями? В Салеме орудует маньяк? Подробности пока неизвестны, но весь город находится во власти страха. Прямой репортаж из Салема вела Моника Чейз, ваш глашатай правды. С вами Моника Чейз, Салем. Жестокое убийство... Так, стоп, она что, повторяет, что ли? О! В поисках ответа на поставленные вопросы зачастую необходимо тщательно исследовать местность преступления. Продолжить. Ну, мы как бы о нем ничего не знаем пока, поэтому нам надо будет сейчас узнавать. Оба-на. Садовый инструмент. Так, лопаты, перчатки, удобрения, хомби или убийство. Ну, плюс в том, то, что нас действительно никто не остановит, это, конечно, хорошо. Оп. Что это? Газета. А подростки всегда залезают в каменоломни. Но почему такой интерес именно к этой? Ну, это, видимо, какой-то статья. Так, вселиться в бабульку. Вот перестану жратву ему таскать. Может, заметит наконец тогда, что меня тут нет. Нет, только гляньте на этого жалкого типа. Даже с кресла не приподнялся. Кресло ему дороже меня. Так, влияние пока делать не буду. Так. Глазеет в окно. Зачем, спрашивается? По телевизору улицу гораздо лучше. Так, пока покидаем. У нас еще ванна есть, оказывается. Правда, ванна нам, как я смотрю, ничего такого особо не даст. Черт, почему я не могу посмотреть, что в холодильнике? И как мне активировать? Я вот вижу, что тут что-то желтое с телевизора. Ладно, влияние. Неважно, окей. А, еще раз влияние.
Черт. Слушайте, я так боюсь, что я смогу и не разгадать, если так будет дальше. О, конвертик. Записка. Их сосед спешно покинул город. Может, они и сыграли в этот... Угу, там какую-то роль. Городок потрясла серия зверских преступлений. На днях... Так, а больше я что-то пока ничего не вижу здесь. Прямо на глазах шокировали... Черт. Ну серьезно, здесь больше ничего нет. Ой. Куда-то я совсем вышел. О! Собрать. За последние месяцы в Салеме возросло число убийств, однако городской и департамент полиции отказываются признавать эти убийства серийными. Последние несколько месяцев выдались тяжелыми, прокомментировала ситуацию представитель департамента полиции Салема Ингрид Ларсон. Но делать какие-либо умозаключения по поводу этих убийств и тем более связывать их друг с другом безответственно. Мы тщательно расследуем каждое дело и делаем выводы только на основе улик. Ну да, ну да. Так. В последнее время этот тихий городок потрясла серия зверских... Все-таки как-то же можно, наверное. Пропала юная девушка и мгновение одной из многих... Блин, почему я не могу его активировать? Чего ты тут так? Да подожди ты развлекаться-то. Так вот, вроде как это их спальня. По идее, здесь может тоже быть что-то интересное, я так понимаю, но... Почему-то оно... Никоим образом не дает мне понять. Так, хорошо, вселиться, влияние. Садовый инструмент не важен. Так. Оп, загадочное убийство. Наконец-то тишина и спокойствие. Эти ее вечеринки. Как тут заснешь, когда так грохочет музыка? Кажется, она была наркоманкой. Уолтер так устал, что едва не заснул по дороге, хотя до каменоломни Смитвика всего 5 миль. Удивительно, как ему удалось раздобыть болторез посреди ночи. Но, по крайней мере, музыка теперь не орёт. И мы можем поспать. Тайна старухи. Похоже, старик имеет какое-то отношение к убийству девушки. Но зачем ехать до самой каменоломни Смитвика? С вами Моника Чейз. Селится влияние девушка. Грейс ударила, и девочка рухнула, как подкошенная. До сих пор не верю, что она мертва. Все случилось так быстро. Грейс натурально просто взбесилась. Наверное, из-за бессонницы. Слава богу, все кончилось. Наконец-то я спокойно посмотрю телевизор. Не, это нормально, по-вашему, ребят? Вообще жесть. Очевидно, у его жены вспыльчивый характер. Если девушка убила она, то где труп? Сейчас мы попробуем это все... связать воедино. Так, что стало? Похоже, старик имеет какое-то отношение в выбор. Тайна старухи. Черт. Найти ответ. Эй! Остался всего одна возможность. По идее, записка от соседа. А, черт. А, вот. Видать, Грейс достали девчонки на вечеринке. Она ее убила и заставила мужа спрятать труп в каменоломне Смитвика. О. Надо вернуться и все рассказать. Хм. Место последнего упокоения. А почему я не могу его просмотреть? Ну и ладно.
Так, пробежимся к девчонке и откроем ей тайну ее смерти. Значит так. Ты не можешь найти тело, потому что в доме его нет. Оно в каменоломне Смитвика, в 5 милях от города. О, а за что меня так? Твои вечеринки не давали им спать. В конце концов, они рехнулись от усталости. Мне казалось, что они просто по-стариковски ворчат. Не знала, что они пойдут на такое. Спасибо за помощь. У меня словно гора с плеч упала. Да без проблем. Знаете, я копов всегда терпеть не могла. Цеплялись ко мне, поучали всю дорогу. Мы жизнь понимали по-разному. А тут вдруг вы помогли. Может, если б я тогда их послушала, все сложилось бы по-другому. Но вам спасибо. Хм. Ну, в итоге мы спасли в каком-то смысле эту девчонку. Это плюс. Определенно плюс. Нам, видимо, указывают, что нам куда-то туда. Оп. Собрать. Осталось 4 для полной картины. Так, нам нужно на 4-й этаж. Оу-оу-оу-оу, что это? Эй-эй, как это получилось? Это я сам? Эй-эй, вернись! Эти записи не для тебя. Супер. Похоже на какую-то головоломку. Так, надо подняться на 4-й, пока полиция улики не выгребла. Да поднимемся, я думаю. Только что-то это странное. Кстати, где лестница? А, как раз лестница здесь и была. Пропала юная девушка, и это исчезновение одной... Стоп. Что-то здесь не то. Так, почему ты в шкафу? Как такой монстр, как ты, оказался в детском шкафу? Ее отец серьезно прокололся. И меня послали ускорить дело. Все просто. Похищение, угроза отцу, деньги и свобода. Что пошло не так? Да папочка решил поиграть в героя. И у него получилось. Его убили, вот что получилось. Если ты его убил, то что стало с тобой? Мои хозяева никому не давали второго шанса. Но, похоже, у меня он будет. Просто нужно подождать. Смерть за каждым приходит, даже за маленькими девочками. Друг мой, кроме времени у меня ничего нет. Так, надо было спросить, понравится пугать детей. И как помочь маленькому ребенку, интересно? Так, сюда я точно не выйду. Ну, видимо, никак я не помогу. Может, она ест слишком много сахара? От него же дети не спят, так ведь? Хоть бы раз поговорить со взрослым человеком, который не станет тебя перебивать. Хм. Всех людей свои. Тайны, так сказать. Ладно. Посмотрим, что еще здесь интересного есть. Ой, кто-то я не туда вышел. Честно говоря, немного непривычно. Момент, что ты проходишь абсолютно через все, кроме... Так, мальчики, делайте ставки и надейтесь на удачу. Дело не в удаче, Эйверин. Это точно, приятель. Вспомни эти слова, когда в итоге останешься у разбитого корыта. Ну, какой-то элемент случайности всегда есть. А получишь своим приемчиком? Тогда я не смогу отбирать у тебя деньги на завтраки.
подтяните трусы и делайте ставки, Нед. Бедняги, а ведь раньше я думала, что в покере все зависит от случая. О боже, эти парни полные лохи. Спокойно, малыш. В следующий раз ты ее сделаешь. Да-да, успокаивай себя. Пара хороших карт бы не помешала. Я хотел бы ей поддаться, но она все равно сама выиграет. Непонятно, я ей нравлюсь или она просто вежливая? Да, люди думают о разном. Всегда о разном, походу. Так, а что здесь интересного? Оп, а здесь я уже, оказывается, был. Так, ну, я ищу бойлерные эти. Так, у меня, кажется, проблема. Демоны, если вы себя обнаружите, демоны начнут на вас охоту и уничтожат. А спасение от демонов, если вы скроетесь среди призрачных следов, демоны потеряют вас из виду. Вы можете менять укрытие, чтобы спастись от демонов. Если демоны на некоторое время потеряют вас из виду, они прекратят поиски. Удерживайте F, чтобы видеть демонов сквозь стены. Приближайтесь к ним осторожно. На днях пропала юная девушка, и это исчезновение одно из многих вредоподобных. А сейчас, прямо на глазах шокированных обывателей, был убит полицейский детектив. Существует ли связь между всеми этими убийствами? Если не можешь решиться, значит, карты очень крутые. Да. Удерживайте, чтобы казнить. Казнить демона. Подойдите к нему сзади, удерживайте R, если хотите его казнить. Ну? И в чем прикол? Так, хорошо. Последнее сохранение. Потому что я, кажется, завис. И, скорее всего, казним демона мы уже в следующей серии. Я так думаю. Нравится пугать детей? Эй, нравится детей пугать? Эта девочка меня разорила. Я-то думал, работа несложная, халява. Ты о чем? Она просто ребенок. Это абсолютно не важно. Ее папочка слишком многим задолжал. Она была обеспечением долга. И тут на сцену вышел ты? Обыкновенное похищение. Когда бы все утряслось, я бы ее отпустил. А все оказалось не так просто, да? Возможно. Но теперь она мне должна. И я не уйду, пока не получу свое. Забудь об этом. Ждать слишком долго. Не волнуйся. Я подожду. А, то есть там либо-либо, ну, в общем, я вам показал еще и второй диалог. Ладно, с вами был, как всегда, Дезертир. Надеюсь, вам понравилась эта серия. Всем спасибо, всем пока.